Во время гонки на горе Ахун один из участников чемпионата, вылетев на автомобиль за ограждение, пробил поддон и выбыл из соревнования. Видео появилось на городском интернет-портале. Также по некоторым данным стало известно, что при аварии пострадала девочка, стоящая за ограждением. В целом же по итогам турнира абсолютным чемпионом стал Дмитрий Нехаев из Краснодара.